Привет, мой очаровательный жевжик. Ты слышишь Алексея Халецкого, и у меня тут есть для тебя немножко осад. Осада Фуншала. Ну, а видишь ты на экране Sid Meier's Civilization 6 на последнем уровне сложности божество за новую цивилизацию Португалия. Если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше перейти к первой серии. Ссылка есть в описании к этому ролику. Всегда лучше смотреть с самого начала. Ну а спонсоры канала, по идее, все серии могут поискать во вкладке сообщества. Возможно, они там уже лежат. Да не, возможно, точно лежат. Так, значит, у нас проблема. Осада Фуншала, зато мы одни из единственных вышли в Золотой век. Я очень к этому стремился, и я, естественно, реформу денежного обращения беру, чтобы ваших торговцев невозможно было ограбить. Зашибись, вот это для Португалии просто вау. Дальше, пожалуй, стоит убить эту галеру. Причем арбалет мой нау обстрелять не может. Теперь лучником мы не можем стрелять. Так как тут два юнита. Слушайте, может мне сюда выйти? По идее, этот, конечно, может атаковать, но не думаю, что он много урона нанесет. Ладно, я все-таки сюда отойду. Все еще обстреливаем. Да елки. Обстреливаем катапульту. Мало наносим урона, к сожалению. Прямо вам скажу. И, наверное, попробуем убить этого Гесата. Никак не скажется насилие. Теперь. Нам бы, конечно... Нам бы вообще-то апнуть кого-нибудь в рыцаря. Я не вижу тут... Ну что, этого апать... Получается, чтобы усилился город. Или этого полного здоровья лучше. Опять же, лучше апать, конечно же, с карточкой, которая снижает стоимость апгрейда, но мне надо сначала исследование открыть. Поэтому пока, видимо, ну, апнуть надо. Я вот только не уверен, что он увеличит прям силу этого, ну, вообще должен увеличить. Давайте глянем. Тут вопрос 48, а нау 55, не увеличит. Что, я думаю, не стоит апгрейдить силу, то есть... Сила городов зависит от самого сильного юнита, ну, вот в рукопашном бою как бы. А обстрела сила зависит, то есть мне бы скорее пращника в арбалета апнуть. Причем давайте мы, наверное, в арбалеты и пойдем сейчас. Один ход через обработку железа. Слушайте, акведук я вообще только в Фуншале строил, да? Давайте их апнем три штуки в лучников. Вот так, следующим ходом мы сможем арбалет. Рапануя осадная тактика, вызвать, нанять великого музыканта. Пока просто подкрадываемся. Он ведет своих апостолов. Еще и воюется. А у него, кстати, там случайно... Это и нету? Нет, это орден. Ну, я имею в виду... О, боже. Что там за крестового похода? Нету? Защитник веры у Вьетнама. Да, крестового похода вроде ни у кого нет. Так, вот этих я могу уже отправлять. Боюсь из Фуншала в Фуншал перебрасывать, потому что... Его захватить могут, а я просто потеряю эти караваны.
Ну, я бы просто подождал, пока. Так, идем сюда. Сейчас убирать буду, потом уже буду ремонтировать клетки. Пропускаем пока караваны. Блин, или может все-таки отправить? Как бы 6 ходов. Лиссабон-то есть куда расти? Есть. Давайте, наверное, отправляю все-таки. Так. И этот... Фаро? Или лучше из Фаро... Нет, там, по-моему, нету жилья. Может, из Эворы? Давайте из Эворы отправим в Лиссабон. По-моему, нормально должно быть. 2-2. Ну, хотя бы 2-2. Ладно, из Эворы, короче. А что я тут построил? Неизвестно. Водяная мельница, пожалуй, здесь нет. Акведук. 5 ходов. Давайте сначала рабочего. Караван пока не хочу. Лучник, воин. Нау 4 холла. Давайте лучника. Вполне могут фуншал сейчас взять, я думаю. Да ладно. Ничего себе. Вот это поворот. Так, дополнительный ресурс. Ну, давайте опять за православие. Дополнительный ресурс, наверное, мне надо за янтарь голосовать. Но я сколько раз не играл с компом, он всегда банит тот ресурс, которого большинство у игрока. Поэтому я думаю, сейчас мне янтарь забанят. Смотрим. А, нефрит. Ну, нефрит тоже у меня много. Слушайте, ну фуншал возьмут следующим ходом. Так, я, наверное, вернусь, попробую дострелять. Я даже вот так, пожалуй, сделаю. Я потеряю нау, я это понимаю, но он увеличит силу хотя бы чуть-чуть. Так, теперь... Обстреливаем катапульту. Катапульту мы убили. Конем тут стоим. Интересно, этот... Гал уничтожит фуншал. Попробую с помощью нау его отбить обратно. Так, эта буря далеко. Значит, это... Не, значит, давайте подойдем, отремонтируем. А убирать здесь будем вот этим. Так, следующим ходом открываем арбалеты. Да, и потеряю, конечно, лучника здесь, но... Оно того стоило. Тут еще, может быть, Гал подумает... Два хода. Гал подумает, у него вот эти раненые... Арбалет... Тут все-таки стена. Арбалет не так много наносит урона. Не, ну по идее должен взяться город. Тридцать шесть. А, у него пятьдесят...
против юнитов с более высокой базовой мощью. Так что гесатами, кстати, нападать на город не фонтан. На самом деле. Давайте вообще глянем эти гесаты. Ну, по-моему, то есть они просто против более развитых юнитов, но не против... Повышенная скорость перемещения, плюс 10 к боевой мощи против юнитов с более высокой базовой мощью, плюс 5... А, против укрепления района. То есть плюс 5 все-таки имеют. Ну а так, в принципе, у них 20... То есть они 25 просто имеют сейчас мощь против моих. Хорошо. А у Галлии там еще какая способность? Или это у Амбиорикса? Ваши юниты ближнего и дальнего боя плюс 2 к боевой мощи за каждый юнит на соседней клетке. То есть у него 25. Раз, два, три, шесть. Например, 31 у него сила. Не, должен взять фуншал. Если он всеми юнитами проатакует, то город возьмется. Жаль. Давайте я все-таки выведу, наверное, Нао. Тогда нету смысла его тут терять. Одна сила — это не ничего. Так, я из Эвры в Лиссабон хотел отправить. А Ватикан все еще продолжает. Так, слушайте, я тут Ватикан все-таки могу захватить. Может, он сам ко мне присоединится, его не будет Колумбия трогать. Да мне, кстати, повезло, что сначала был темный век у Колумбии, а сейчас нормальная у меня золотой. Нормально, нормально. Временем 148 науки у Колумбии и внезапно 86 у Вавилона. Интересно, а что у Вавилона снизится? Так, мы тут один ход пропустим в производстве. Я хочу поставить промышленную зону. Больше строить нечего. Так, меня волнует, на самом деле, уничтожит ли Гал фуншал. Я просто боюсь, что он его реально уничтожит. Да ладно, серьезно не захватил? А что происходит? Не, серьезно, а что происходит? Он уже два хода как должен был быть захваченный. Прикол вообще. Так, принимаем. Несомненно, торговая республика. Плюс 10% золота с действующим губернатором и 15% при создании районов. Это просто must have для... Так, к обороне ставим. Дальше возьму пока первого посла. Торговую конфедерацию. У меня как-то пока мало... Бегает, на самом деле, в другие. Так, ну, в любом случае, скидка в золоте на все улучшения юнитов. Вот это бы тоже классно поставить. Может, мне ее поставить и нау? Еще сделать, или все-таки пока... Нет. Ладно, давайте пока так. А где у нас в гильдиях? Мне сейчас в гильдии надо. Вот чем, конечно, хорош пантеон на болото, что он дает... Видите, он ураганом еще улучшился, но тут ничего не разрушилось. То есть просто 4 еды, 3 производства, ничего не разрушаясь. Интересно, железо мне кто-нибудь продаст? Просто я бы хотел этих двоих улучшить. Так, плюс улучшим.
Вот этот арбалет. Да, давайте глянем. Этого нету смысла улучшать. Фуншал-то захватит, я надеюсь. Наверное. Тут уже с этим галом, знаете, ничего не понятно. Так, у кого может быть дофига железа? У Вавилона, например. Вавилон, ты как железо продать? Нет. Крим? Нет. Я просто подумал, может еще кого-то позвать в войну, но на самом деле с ним воюют как раз те, кто надо. Тут больше никто, в общем-то, как-то влезть не может. Просто встану здесь. Now. Блин, ну я бы лучше вот этого апнул, на самом деле. Я понимаю, что он раненый, но он ближе, и у него больше возможности на этот город нападать. О, Ватикан отвалился. Знаете что, пойду контролировать Ватикан. Куча еще опять болота. Есть маяк. Что с караванами? Все еще новых караванов не появилось. А, блин, я же хотел сюда... скаутом высаживаться, чтобы... Ё-моё, фуншал. Промышленная зона плюс один. Дамба 11. Кампуса все еще нормального нету, да? Так, давайте рабочего. Слушайте, акведук я вообще построю когда-нибудь? Где-нибудь? Это куча акведуков. Ну, я в Фуншале начинал. Ну, блин, что-то и как-то все это... Ёлки. Мне, конечно, селитру надо открыть. Ладно, пошли в верфи. Верфи нам тоже нужны. Тут буря усиливается. Ну, я прям даже сейчас, знаете, в предвкушении, заберется ли фуншал. Да. Уничтожил, тварь, ты смотри. Такой город уничтожил. Ну, гал. Вот это поворот. Так, ну давайте в Лерии, наверное, купим. В Лерии купим посела. Придется заново ставить, что поделать. Поплыли. Гадить. Галу с этой стороны. Да, ну фуншал жалко. Фуншал реально жалко. Так, сколько стоит купить посела? 580. Ну, с галом, кстати, можно просто мир заключить и поставить там город тупо. А, нет, нельзя. Он
упоротый. Давайте еще одного строителя пока. Лечимся. Но он, по идее, не может меня убить. Я просто вот так встану тут в защиту. Шестьдесят Ватикан стал. Но я думаю, Колумбия его не возьмет, так что просто ждем, когда он к нам присоединится. Я подойду просто посмотреть, что там будет. Ну, 60, потому что, видите, мушкетеры. Нету смысла обрабатывать пока нефрит, потому что он счастья не дает. Ну вот, видите, проблема Португалии. Караванов много, отправлять некуда. Там предлагали в комментариях, опять же, проводить через Конгресс бан караванов, но даже без всякого бана не так уж и весело. А это континенты, а на Пангее еще хуже будет. То есть, единственное, где она реально вот имба, скорее всего, это морская карта. То есть, какие-нибудь архипелаги маленькие. Вот уже на континентах видно, что не так все радужно. Так, подождите, дальше. Какой город? Коимбра. Ну, давайте уже промышленную зону делать. Зео, монумент, амбар. Так, а что ты у меня тут без дела... Скаут сидит. Пойду его отправлю туда плыть. И открыть... Вообще, сначала вот эту клетку открыть, наконец-то. Виктора. Ну, давайте в Лейрию пока определю Виктора. Он, если пойдет Галту на Лейрию, конечно. Ну, вот Лейрия уже точно не берется... Фуншал был взят, потому что я тупанул и не поставил тут заранее стены. Если бы он уже был со стенами, то он просто не брался. Так, у меня, похоже, с кем-то торговля завершилась. А, нет. А, ну да, ртуть у меня исчезла. Кстати, янтарь я починил. Ртуть исчезла. Тут разрушенный янтарь, да? Надо, блин, хороший город был. И сейчас дуракотер еще заберет. Так, так, забыл купить посева. Надо сразу тут его продавливать и ставить город. Имагини тоде сас конкист. Кстати, куда, интересно, наука дел... Да, видите, не убился. О, сейчас я убью этого парня. Куда делась наука Вавилона, мне интересно. Может, какой-нибудь этот прошел смерч? Ну вот, дальнобойных атак возьму. Тут мы просто этого парня убьем. Блин, там копейщик уже... Так, ну мне поселом надо как-то тут идти. Потому что я думаю, если я сюда встану арбалетом, по идее копейщик должен меня убить. У него сила 41, да? Будет 45 на самом деле. Даже 47.
47 и 50. У него будет сила 50, а у арбалета 30. Нет, он ваншотнет, надо сюда встать. Так, тут убирать ничего не надо. Тут мы делаем пастбище. Слушайте, два рынка. Может, мне в Лерии коммерческий район построить? Что я тут постоянно строю? 9 ходов просто долго. Ну, в Визео я тоже буду гавань строить, а не коммерческий. В Эвери нужен коммерческий, вот где. А, не хватает жителей. Блин. Военный лагерь просто построил со страху. Ну, мне надо гильдии открывать. Соседство для промышленной зоны нету смысла откладывать. Я бы Визео железо обработать. Блин, столько всего сделать надо. Так, этот обработает это потом сюда. Этого парня тогда... Так, в Эвери у нас есть... Рабочий. Ну, мне, кстати, рабочих уже достаточно, я думаю. Рабочих реально уже достаточно. Там еще один строится. Поломан еще янтарь. Давайте, наверное, этого пока вниз. Янтарь надо ремонтировать. Тут чисто посмотреть, если Колумбия будет нападать. Но Ватикан, походу, все-таки моим будет в итоге. Так, поплыли, куда я хотел. Ну что, будет атаковать? А, сила, по-моему, одинаковая. У нас, да. То есть Нао чисто у него способность на фейтории и одно повышение. Ну что, акведук. Дамба слишком долго пока. Торговца точно не надо. Хотя можно казармы... И военную эту потом. А если, наверное, казармы. Школу навигации я куплю за деньги. Так, вот этот рабочий пойдет здесь камень убирать. Поэтому давайте мастерскую. Поставил первый посол и фес нифига не отправил. Молодец. Ну, 86. Скоро можно и в Кахоке. Ну, 80. 86. В принципе, я уже практически наравне со всеми, кроме Колумбии. В плане науки. Все нуждаются в довольстве. Чего только Лиссабон? Чего такая несправедливость? Только Лиссабон как будто нуждается в довольстве. Василий II выносит предупреждение Филиппу II. А так, сорян, это я зря сюда влез, походу. Так, верфь, венецианский арсенал, отлично. Соседство промышленной площади и центра... Ну, центр коммерции нам не надо ставить. А тут, наверное... Дай-ка обороноспособности, мне кажется. Так, сейчас мы подумаем, надо ли мне что-то апать. Тут мы отойдем. Стану тут, потому что тут мне город надо ставить. Так, этим арбалетчиком... Нет, не буду подходить.
арбалетчиком, наверное, к этому городу пойду. Так, и тут тоже надо отходить, потому что они меня проатакуют все, если я останусь. Хорошо, лян на аквакультуру. Наверное, тоже сюда пойду. Три заряда аквакультуру надо делать вот сюда. Блин, хочется на самом деле вырубить камень, но даже, наверное, на разведывательное управление. Просто чтобы быстрее. Ну, потому что Магнус сидит. 6 ходов. Пускай строится. Шпионы нам тут очень не... Я пока просто стою здесь, пускай атакуют дальше. Город, он не скоро будет атаковать. Ну, короче, я убираю точно на бастионы, ставлю соседство промышленной зоны. Новые строители 2D, наверное, нет. Давайте вот республиканское наследие. И тут пока промышленная зона 2. Тут тоже 2, но сейчас акведуки поставим. Это уже станет 6, например. 3 хода акведук. В техах. Замки, банковское дело, астрономия. Ну, мне бы в индустриализацию идти. Но вообще средневековые стены тоже не проверяю. Давайте один ход средневековые стены откроем. Дипломатическая служба, несомненно. Вернулось везде счастье, потому что республиканское наследие. А я воюю, по-моему, только с Шенгети. Да. Хотя, как воюю, тут на меня даже никто не нападает. Что он тут строит? Священное место. Странное решение. Так, навигационные школы надо покупать за деньги. Так, вот теперь, я думаю, нам нужно отступить. О, блин. Интересно, сломалось что-то? Повышена плодородность, повреждено клетка. Интересно, какая клетка повредилась? Дипломатическая? Плохо, там давали мне счастье. Видите, сразу несчастье, вот повредился дипломатическая площадь. Ну, зал для приемов, точнее. Просто будем их расстреливать, я так считаю. Так, вот этого не должны убить. Ставлю город следующим ходом, перекидываю туда 2 каравана, и они отлично бегут в Испанию. Их причем разграбить нельзя будет. А, подождите, откуда я их перекидываю? У меня ж нету свободных караванов. Покупать буду. Блин, я бы их построил. Эти пока прямые паруса. Где у меня больше всего производства? Лиссабон 30, 20. Вообще очень мало производства. Но это карта такая.
Сколько караваны? 2 хода. Мне 2 надо именно каравана. Потому что у меня доступно только 2 каравана. А, нет, слушайте, мне на самом деле... Смотрите, я из Визео могу Кайян. Он тут город поставил. И из Гимараиша в Дангхой. Во, наконец-то я открыл эту территорию. Да, видите, я мог из Гимараиша. Если бы я открыл это место, я мог бы из Гимараиша в Дангхой отправлять всегда. Короче, мне в Гимараиша вообще стопудово требуется торговец. Прям. Это классный будет караван. 26. Так, наверное, я сначала вырублю вот тут лес и шахту поставлю, потом вырублю здесь кукурузу. Отлично. Причем, кстати, он типа через территорию идет. Прикиньте. Я думал, он вот так идет, но он пойдет так, но он стал доступен, потому что вот тут открылось место. Только поэтому. Прикол. Я, наверное, этим скаутом просто спущусь на воду и поплыву туда. Тут мне уже нечего открывать. В общем-то... Так, тут я убьюсь. Не будем лезть на рожон. Ну, промышленную зону. Но она тут будет плюс один всего лишь. Акведук сколько? 6. Ну, давайте начнем промышленную зону. Все равно. Потом, возможно, я переключусь на акведук. А, давайте я вот эту клетку... Блин, 90. Нет, жалко. 90 жалко. Кто-то хочет мир. Готов за это деньги платить. Ну я точно сейчас не могу его захватывать. Я бы, наверное, заключил сейчас. О, у меня хорошее отношение с Симоном Боливаром. Вот еще с кем надо дружбу заключать. Так. Дружба. Имеет ли смысл с ним союз? Мне кажется, нет. Просто дружба, чтобы он не напал. Так, здесь... Город поставили. Резко выкупили клетки. Может, монумент сразу купить? Чтобы не откладывать. Слушайте, давайте я монумент и амбар куплю тут. Хороший город. Теперь он Порту называется. Давайте мы его переименуем обратно в Фуншал. Чтобы не путало... Никого. Мне просто даже нравится, как звучит. Фуншал. Так. И начинаем сразу гавань. Ну, в принципе, у нас еще, возможно, война только с Кри, я так понимаю. Поэтому имеет смысл перекинуть войска вниз. На всякий пожарный. Красиво плывут апостолы в зеленых комбинезончиках по болотам.
Кайф, это, конечно, плюс одно к радиусу обзора. Тоже очень хорошая способность. Мне она еще из пятой цивы у американцев нравилась. Так, давайте по городам пройдемся. Ну, следующим ходом тут на самом деле вернется жилье и счастье. Потому что это из-за разрушенного зала для приемов. Ну, тут тоже можно и убирать, сейчас тут жилье тоже вернется, когда амбар достроится. Да, Гал, конечно, сделал свое грязное дело с Фуншалом. Просто надругался над таким прекрасным городом. Давай мой народ будет жить где хоть. Пошел он в жопу. Типа, я пришел, уничтожил твой город. Хера ты тут рядом со мной селишься. Нормально вообще? Религиозный войн на моей территории. Не обращаю внимания вообще. Да ладно, Пенгалу из Лиссабона выкинули. Нормально вообще? Слушайте, ну, уроды. Ну, это, скорее всего, либо Колумбия, либо... И Крим может быть тоже. Восставшие ватиканцы. Эти, швейцарская гвардия восставшая тут носится. Так, пошли Фейторию, может, у Кри построим. Вернул жилье, как зал для приемов достроили. И давайте казарму доделаю реально. И доступные пути. В Толедо из Фуншала 46 монет. В Адуатуку из Коимбры. В Адуатуку из... Ну, то есть, видите, в Адуатуке нужно нам... Ну, в любом случае, с Фуншала мы отправляем сначала. Все, Вьетнам мы полностью видим. Поплывем дальше. Находить другие континенты. Коимбри у нас обрабатывается. Все правильно. Да, когда я там районы поставлю, они будут, конечно, красивые. И нормальные города хоть будут. Давайте арбалетчиком тут останемся. Еще нету города. Биг Бен в разработке. И проплыва нету. Да, ну, короче, я практически уже вижу... Ну, тут еще, конечно, не исследован, но я практически вижу все прибрежные города, куда я могу отправить караваны, и их, прямо скажем, немного. Я хотел вот этим рабочим... Давайте я сначала соберу здесь пшеницу, а потом пойду там с камнем разбираться. Валерий, давайте... Коммерческий район, наконец, ставить. Есть амбар, есть жилье, нету строителей. Статуя Зевса испанец построил. 173 науки у Колумбии. Так, нам, несомненно, учетные банки надо ставить.
Вообще, мне бы союз с Кри тоже не помешал, раз у меня к нему бегают, но он какой-то не особо любитель союзов почему-то. Ставим учетные банки. Слушайте, а нужен мне караван на плюс 2? Как бы, у меня такие крутые караваны, что плюс 2, ну то есть, если 12 караванов, то это плюс 24. Ну, это плюс 24. Это плюс 24. А торговая конфедерация пока не очень, потому что я... Ну, у меня большинство караванов внутри меня пока бегает. Ладно, пока так оставим. Полон навигации покупаем. 10 науки. Это, наверное, уже засчитываются вот эти послы тоже. Сам по себе универ не дает столько науки, а тут нету клеток озера, чтобы она больше давала. Красота, конечно, в Толедо. Просто вау. Жалко, что у испанца один город всего. Кстати, а почему в Барселону до сих пор не долетает? Так, Коимбру. Я помню, что я хочу Фейторию Кри, но просто параллельно еще и территорию хочу открывать. Тут вот какой-то остров, где тоже можно город поставить. Ну, вообще так выглядит. Блин, 90 монет тут стоит купить клетку. Не, ну надо, надо, чтобы город развивался. Это надо. Есть мастерская. Тут надо дождаться. Ну, наверное, школу навигации просто буду строить. А шпиона потом в столице после акведука. Ну и шпион еще появится, когда я закончу разведывательное управление. Промышленная зона на 4 есть. Верфь на 3. Ну, может, уже пора... Блин, тут еще не собрана пшеница. Может, этим собрать пшеницу? Тут один этот остался. Давайте пшеницу соберу, отправлю. Значит, акведук. Когда у нас Пингала вернется, один ход. Куда нам дальше? Меркантилизм. Ну, Торре де Белен это прям чудо для Португалии. Попробовать. Просвещение. Ну, рационализм точно не будет пока работать. Да, давайте, наверное, в меркантилизм. Что художника, что торговца я, пожалуй, никак не получу. Вообще ни одного великого человека еще не накопил. Терракотовая армия. Неизвестный игрок. Слушайте, а еще куча ж людей не встречено. Людей. Цивилизации. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Еще четверо где-то. Так, фрегаты. Это я акведук построил, значит, в Лиссабоне шпиона. Будем пытаться догнать, естественно, я к Вавилону буду сажать.
Хотя теперь дальше плавают юниты на море. Благодаря тому, что прямые паруса открыли. Так, этого, значит, на камень отправляю. Колясочка. Блин, в Адуатуку. Даже без всякого союза сколько бабла, да? Хотя, в Адуатуке я могу фейторию где-то сделать? Да, конечно, могу. Так, слушайте, а давайте я этого парня как раз к Адуатуке и отправлю к фейторию ставить. У него еще один заряд должен быть. Селитру откроем. Что у нас тут вообще с развитием? О, тут до первое место неизвестный игрок вышел по техам. Ну, смотрите, я твою только на 8 тех отстаю. Нормально, нормально. А в дереве технологии как? Ну, не так грустно. То есть они где-то вот тут, Боливар и Вавилон. Я помню в прошлый раз, когда я играл с Вавилоном, он там типа уже в космопортах, а мы тут вот типа этими фрегатами балуемся. Кахокия заключила мир. Ну это я со всеми мир заключил. Кризис неудачно завершился. Пингалу сажаем в столицу. Так, тут у нас 8 производств, отлично. Конечно, еще на этой карте очень повезло с пантеоном, очередной раз это скажу. Когда там уже Ватикан в лоно истинной португальской... Вообще, конечно, компьютер настолько пофигу на все эти потери, то есть так боролся за Ватикан, сколько его забирал, отвалился вообще, даже нету попытки его забрать обратно. Хотя сила 25, он его атаковал, когда была сила, по-моему, 40 со стенами. Так, нету селитры, да? У Колумбии. У... Ну да, то есть вообще даже рядом нету никакой селитры. Можно... На селитру можно забить, отлично. Одной головной болью меньше. Смотрите, католические миссионеры из Испании прибыли, как знаете... Новый мир покорять. Правда, в нашей данной игре этот самый новый мир более развит. Тут неизвестно, кто дикари. Скорее, мы или испанцы. Открытые границы с Галом. Верфи еще не построены. Наверное, пока копим просто. Один только торговый город-государство. Одно. Одна. Так. Акведук, наверное, сначала. Не, давайте дамбу. Блин, тут не строится.
Да, что-то я тупанул. Тут же одна клетка всего соседства. Ну ладно, тогда надо, да, акведук мы пропустим, только дамбу построим. Чтобы не затопляло и как бы жилья больше даст. Дамба. Колосс. Если бы не воевал с Галом, я бы построил колосс, но, к сожалению. Пока пооткрываем. Мастерских нет. Так, я могу еще где-нибудь навигационную школу купить. Тут она строится. А у меня больше нету кампусов, кстати. Вот оно чё. Надо кампуса строить. Параноику Филиппа Вейнеку, видишь, я ему опасности не представляю. Слава богу. Так, битвы магов на моей территории. То есть Хаммурапи нравится, что я отстаю от него по науке, видимо. Я все-таки заполучил Ватикан. Так, я вот эту сразу клетку выкуплю, чтоб тут границы. Промышленная зона. Какая странная промышленная зона. Так, во-первых, что с кампусами? Плюс 2 есть. Ну, я бы лучше здесь ставил плюс 2. Центр коммерции или гавань? Вот в чем вопрос. Это плюс 2 даст. Военный лагерь точно нет. Монумент тут и так есть. И вот сейчас моя империя выглядит довольно, ну, равномерно. Немножко теперь Визео только такой выперся. О! А Вьетнам-то продолжает с Галом воевать. Приперлись слоны. Сейчас наваляют. Не, ну а чё он? Да, мне почему-то в Ватикане больше хочется. Блин, в Ватикане еще классно был бы Темпл Майор вообще. Вот на этой клетке. Ладно, давайте пока строителей. Классная у нее, конечно, гавань стоит. Почему компьютер решил поставить здесь гавань на плюс один, если с центром города на плюс... А, вот это же Гал. Все, вопрос снимаю. Он просто не может поставить рядом с центром города. Так, по-моему, у этого больше нету возможности ставить фейтории. Не буду торговаться, ладно. Просто ставим фейтории. Есть акведук.
Дамба тоже тут ставится. Ну, собственно, давайте поставим. 6 ходов это норм. Так, Коимбра вообще очень неплохо растет теперь, когда она такая приятная. И как раз можно будет кампус организовать. Ну, я все-таки буду театралки ставить, а не священные места, потому что не может там меня Вьетнам обратить нормально. Так, вот тут нужен рабочий, чтобы обработать ртуть. Сейчас два шпиона у нас появятся. 5 тих и слаб. Ну, если ты решишь еще раз приходить мне город сносить, то тебя ожидает сюрприз. Мы твои, эту рыженькую твою бороденку и усишки намотаем на копья. На какие копья, блин? На автоматы даже скорее. Копья. Копья это уже все. Это он со своими гесатами придет с копьями. О, визир. В смысле визир. А, взбунтовались. Несчастье. Это ладно. Я думал, там лояльность падает. Так. Нет, тогда Вавилон еще нам надо деньги тырить. Давайте, наверное, у... Кого мы вообще видим? Так что в Рио-де-Жанейро сколько денег? 188. А у Колумбии 396 в Маракайбо. 516 в Картахене. Вау. Ну, собственно, мы и в Маракайбо одного отправим. Давайте еще Кри глянем. А, 488. Кри, конечно же. Просто какие-то суммы невероятные. Так, и Фаиторию в Атакакупе. Так, это у нас Киносеуса Кахикан относится. Это Атакакуп. Ну-ка. Толедо 46,5, в Атакакуп 40,5, в Киносеу 22. В Адуатуку 49. Приятные цифры. Ничего не могу сказать. Имеет ли смысл Рейну прокачивать на соседство Гавы? Вообще Рейну прокачивать на покупку районов за веру? Вообще в Фуншал? Вообще в Фуншале это имеет смысл. Давайте Рейну я в Фуншал переведу. Хотя и в Геморайн... В Геморайнише, кстати. Я даже в Геморайнише оставлю, потому что тут плюс 4 получается соседство. Я в Геморайнише оставлю. Так, ну мы тут практически все уже исследовали. В Лиссабоне шпион. Выйди вон. Верфь мастерская. Я бы развлекательный комплекс построил. И тут есть вариант Колизей. А на Колизее уже построили, да. Но в любом случае развлекательный комплекс будет очень в тему тут. И в столице. Это мне нравится. Наверное, оружейную. Хотя, наверное, уже и промышленную зону можно... Так, что мне тут... Наверное,
Наверное, промышленную зону. Пора тут производство поднимать хоть как-то. Мини-лик. Майя, что-то я всех встретил. Нет, только двоих. И где я их встретил? А, это у меня приехал караван, и я увидел. А Майя? Я непонятно. Может, это Кри союз с кем-то заключил, и у него открытые границы? Ну, появился. Нет. А, или у меня второй уровень союза, может, военного? Нет, это еще первый. Тут второй уровень военного союза открывает все. Ну, не знаю. Так, ну тут моя еще хорош 194. Наверное, на первом месте мини-лик. По количеству технологий 39. Но это не сильно далеко. Что у нас? И тут не сильно далеко. Все нормально, ребят. Все путем. Пингала приехал. У меня уже 114 науки. Тут Лаврентия обнаружена. Ну, мы все еще не встретили нашу случайную цивилизацию. Вообще осталось две цивилизации только не встреченных, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Две невстреченных цивилизации, одна из которых Византия точно. Мы можем, конечно, по слухам глянуть. Кто тут? Османы. А, османы. Подождите. Османов я сам ставил. А кто тогда случайная цивилизация? Что-то я... Бразилию, Испанию и османов я ставил. А, Кри случайная. Тьфу ты, вот я. Вот я молодец. Серёг, кто же случайный? Как будто Кри я поставил. Точно. Не хочу я посольство Вавилона. То он мне не по душе. Бородатый господин. Закончились союзы, естественно, надо продлевать. Испания экономический. Да ты... Ладно. С Вьетнамом все еще... Военный. Шесть однократно меня устроит. Давайте туда посольство отправим. В Испанию посольство отправим. Посольство Вэлон, хотя я его не принял. Посольство Кри. Давайте, наверное, может и с Кри союз. Как раз мы сейчас откроем территорию. А вот с Кри можно научный. О, мне даже мед заплатят. И даже дофига денег. Класс. Это мы хорошо. Так, давайте глянем. И Кри, короче, мало что открыл. Да. Немного мы увидели. Мне кажется, мы даже сами больше Кри показали, чем он нам показал. Не поеду за этим племенем. Так, больше торговых путей могу поддерживать. Давайте глянем.
Откуда и куда я могу отправить? Я вообще, давайте мы походим. Тут может где-то просто не отправленные караваны. Надо вообще открытые границы с бразильцем взять. Смотреть сверху, может быть, будут. Не хочет платить, ладно. Примем как есть. Так, смотрим. Доступные пути. Везе ухань... Я бы, кстати, сделал, да. Так, и еще. Фуншал. Так, 40 с половиной. И 6 производства. Из Гимарайнша в Рапануи. Из фуншала в Фес. Не, ну, конечно, фуншал Атакукуп. Атакакуп. Ататукуп. Атукупуп. Уважаемый Кри, если кто-то смотрит из вас мое видео, ваши города... Пипикисис и Атакакуп мои самые любимые. Пару раз название скажешь про себя... И вроде как даже жить хорошо. Так, акведучек убираем. Ну и вот на этой радостной ноте возрождения Португальской империи, когда она прям входит в свой, уже в своем рассвете, я, наверное, закончу эту серию. Продолжение для спонсоров, возможно, уже находится во вкладке сообщества, а для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что смотрите, спасибо, что поддерживаете. Играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!